Информация обо всех свежих объявлениях, вакансиях и резюме автоматически отображается в режиме реального времени внутри виджета «Последняя активность» на главной странице форума, а также в специальной вкладке внутри раздела «Что нового». В категориях «Объявления», «Вакансии» и «Резюме» доступны теги, соответствующие разным видам и методам контроля. Пользователь может выбрать один или несколько тегов, и система автоматически покажет только те предложения, которые соответствуют хотя бы одному из них. Также можно воспользоваться поиском, ввести интересующий вас запрос и нажать кнопку «Enter» или ввод на вашей клавиатуре. Система автоматически отфильтрует только те публикации, в которых упоминается введенный вами запрос. Если нужно посмотреть список всех предложений от какого-то конкретного автора, то можно перейти по ссылке «Все объявления пользователя». Все опубликованные им объявления, вакансии и резюме отображаются на отдельной странице, где также доступна кнопка «Написать», чтобы связаться с автором, то есть завязать с ним диалог. По каждому предложению также предусмотрен показ похожих объявлений, если таковые были ранее опубликованы на площадке. И, конечно, откликнуться на то или иное предложение можно в комментариях к нему. При появлении нового комментария к объявлению автор сразу получает соответствующее оповещение на форуме, что помогает автору ничего не пропустить и обеспечивает более оперативную обратную связь между людьми. По каждой публикации отображается статистика просмотров и ярлык для добавления закладки. Вообще закладки на форуме используются для того, чтобы сохранять понравившиеся посты, документы в разделе «Нормативно-техническая документация», картинки и видео в разделе «Медиа» и так далее. То есть любые материалы, которые по каким-то причинам вам приглянулись и которые, условно говоря, вы хотели бы держать при себе, то есть к которым вы хотели бы иметь быстрый доступ, вот как раз-таки для этого всего нужны закладки. И с недавнего времени вот ровно те же возможности у нас реализованы применительно к объявлениям, вакансиям и резюме. Добавить закладку очень просто. Делается это в один клик по ярлыку справа от заголовка. Сразу после нажатия по данному ярлычку закладка автоматически сохраняется в списке закладок пользователя, о чем ему сразу и сообщается. Также появляется контекстное меню, в котором можно добавить текстовый комментарий к закладке или теги, то есть ключевые слова, после чего нужно нажать кнопку «Сохранить». Эти сведения отображаются только вам, как создателю закладки. Автор самого объявления, конечно же, этого не увидит. В этом же контекстном меню можно удалить закладку, например, если вы передумали или нажали на ярлык по ошибке. Просматривать, изменять и удалять закладки можно в личном кабинете. Этот и другие видеоуроки доступны на форуме и на нашем YouTube-канале. Обратиться в техническую поддержку defectoscopist.ru можно через обратную связь на сайте, либо по почте admin@defectoscopist.ru.